Всем привет! Вы посмотрите, какой смелый у меня попугай. Да? Да. Видите, он не боится мамы в маске. Причем все меня боятся в таком виде. Да, Лиси? Не все боятся. Даже шляпка нас не пугает. Ну, пугает немножко, но... Но... Что, Лисик? Лисик только единственное, онемел слегка. Вот что значит... Я прихожу к выводу, что все-таки птицы нас узнают не по одежде, не по лицу, а по голосу. Потому что не боялся он меня изначально. Да, Липсик? Ну, видите, Липсику лишь бы веревочки погрызть. Негодяй ты мой. Негодяй. Бум. В общем, вот так и живем. Мы уже готовы к Хэллоуину. Так что все впереди. Ждем теперь 31 октября, насколько я помню, 31 октября. А мы уже готовы, нас только тыквы не хватает. Ага. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотр. Пока!